Салам шахлар, бүгін тест топлысы ішлейді вән падежный окончания давам едірі. Сәфі 68-ді вән 96-ді суал беләді. Выберите нужный вариант. Республиканская библиотека пополняется, вән шахлар, пополняется бұрда сфәтті книгами исімді. Ені кітаплар демәстерісі, әлбәті ки, исімнен біз сфәті, демәлі, суал вермәлейік ки, сфәтін сонлығын білмәй үчін. Келін бақақ. Демәлі, книгами какими новыми олыр. Новыми книгами. Так, новыми ими. Оннан сұра, как на языке, азербайджанский бұрда сфәтті, языке каком азербайджанском олыр. Так и на иностранный бұрда да сфәтті, демәлі, исімнен біз сфәті суал бері. Языках каких, чүнкі жәмдәдәх языках, языка каких иностранных, демәлі, бізді е вариант бұрда дүз вариантты. Яғни, дедейім кімі, сфәтін сонлықларыны таппақ чоу асанды. Яғни, білсәңіз, исімнен тапырсыңыз исімі, вән соңыра исімнен де сфәті, демәлі, суалын верірсіңіз вән тапырсыңыз. 96-да ем, 97-да. Выберете правильный вариант. Бұрда да енен. Сабина живет, центр сөзі исімді, вән кенді склонене мұрской род. Где? В центре олур. Город. Второе склонение мужской род. Городе. Улица. Первое склонение женский род. Шахлар. Падежное окончание. Бирда деймки. Хердефа падежное окончание. Иштиянда. Яни деймки. Бу гайданы мен палаштам. Хэми сфэта гюра падежное окончание. Вэ исиме гюра. Оннара бирда бахарсыңыз. Вэ... Orada yazdıqlarımın hamısını qayda dəftərinə yazıb, özünüz də işləyə bilərsiniz bunu. Sabina живет в центре города на улице Рашида Бейбутова. Deməli, bizdə 97-də E variantını düzdüm. В центре города на улице. Так. Кече 98-да. Выберите правильный вариант. Решение правительства сөзю, икенде склонение средний род туда, ойнан битир. Чего правительство, де, без родительным падежда бұрда аязырых. Так. А, решением, не а, ушақлар бұрда, изучтырам. Правительство, демәлі, бұрда Азербайджанская республика. Ага. Бұрда олур. Так. Решением правительства Азербайджанской республики. Бәлі. Дүзді, дүзді, шақлар. Решением правительства Азербайджанской республики. Чүнкі республика правительства не әмен шаштым. Демәлі, бұрда правительства икенде склонение средний родты. Чего правительства олур? Ага. Бұрда правительство олмалы да. Соңыра республика сөзі, женский род первое склонение айнан бітір, чүнкі. Демәлі, республика, республики олур. Чего? Республики, озеро Гёгель включено в состав национального заповедника. Заповедник сөзі, второе склонение, мужской род. Чего? Заповедника, я не родительная падежда. Демәлі, А, И, В, А. Бұда 98-да Е варианты, онда дүзді. Правильно. Решением правительства Азербайджанской республики озеро Гёгёль включено в состав национального заповедника. Правильно. Так, мен шаштым бұрда. 99-й. Выберите правильный вариант. Рассвет сөзі исімді. Рассвет, да, мужской род, второе склонение. На рассвете отряд ушел в поход. Когда на рассвете. Так. У нас уже за обедом отец рассказал о работе. Обед сюзю. Второе склонение. Мужской род. Зачем? За обедом. Творительная падежда. Демяли ом ол малады. Рассказал о работе. О чем? О работе. Чунки работа
первое склонение женский род. То есть думаем о чем? О работе. Предложенная падежда без еязра. Так. Ученик объяснил значение слова. Слово каких или какого слова? Ученик объяснил значение какого слова? Трудного. Трудного. Тымяли. Трудного. Ага. Рабочие трудились с утра. Вя урдан бис суалверме. Какого? Раннего. Его язлар. Его ама без белишсингас. Ова ева де тири. Ребята играли в футбол на поле. На поле каком? Зеленом. Тымяли бизда. Сфеттерн соннухлары иди бурда. Так, пахах его имя ум. А варианты юзде, тюзде. Юзберинджи суал. Товарищ приехал из Москва сёзю, именительный падежда. Первое склонение женский род. Тюзде мы из Москвы. Де, без, имели уязмал. Сора. С моря подул сильный ветер. Чунки, море, бурда. Средний род, второе склонение. Родительная падежда, оно море. Солнце выглянуло из-за горы. Из-за чего? Из-за горы. Чунки, гора, первое склонение, женский род. За горы. Темяли, юзберде, тюз. Улан, и, я, вя. И, Д варианта, да. 102 вопрос. Габустан называет, называют, Габустан называют, так, музей, пизда, икенди склонение мужской роту, чем музеем, творительная падежда, музеем, над, под открытым небом. Габустан называет музеем под открытым небом, там граница около 4000 рисунков. Чунки, рисунок, бурда. Кенди склонение мужской род. Чего? Рисунков. Я без уже рисунков, бурда. Джамда душахлар. Родительная падежда. Ов. Наскальные изображения прославили Азербайджан на весь мир. Изображение, именительная падежда, второе склонение. У нас средний род-то. Угу. Ве бурда темели без я. Наскальное изображение. Темели юзики да без дадже вариант уйгум келер. Ве юз уч. Каждый из нас должен любить свою родина. Именительный падеж даду шахлар. Женский род. Первое склонение. Что родину? Винительный падеж да у. Ее язык, ее культуру, культура, да. Женский род, первое склонение. И искусство, сёзи, средний род, второе склонение. Культуру. Так, ага, бурда культуру олар и бурда искусство, за эляда галар. Так, темели, пизда юз учте. Те варианты уйгунду. У, ве, у. Каждый из нас должен любить свою родину, ее язык, ее культуру, искусство, обычаи. Так, кечай нөбетте бизим суалымыза. 104. Над лесом взошло. Над лесом взошло. Ве бурда солнышко. Исими тапырық, чунки бурда сфеттерді. Солнышко. Бурда что? Солнышко. Солнышко какое? Веселое, ое, зимнее. Над лесом зашло веселое зимнее солнышко. Солнышко бурда. Ушаклар, думаю, винительный падеж дады. Что солнышко? Вя, бис. Абилерихи, ой, на битанар, и кинди склонение айтты. Средний ротту. Әлбәттәке 104-ті демәлі Д варианты ұйғынды. О, Е, 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 О. 105-інде суал. Так. Выберите правильный вариант. Келің баға. Так, утро.
Бұлар сфәтті утра сөзі. Второе склонение среднего. Чего утра олур? Утра. Чего дейсе? Так, родительный падеж. Да? Утра какого дейсу алведи? Шықлар. Какого? Самава раннего. Ого. Раннего. Бах, пушекельда олур. Демели, юз беште без Б варианта на сечере. Ого, его. В, А. Правильно. 106. 106. Так, так. Салахов. Салахов. Известный азербайджанский художник. Родился в 1928 году в городе Баку. Демели, художник какой известный? Бурда свят таптых. В году, ага, в чем в году, и город сөзі бізді, демәлі, второе склонение мужской род, есімді, где, в городе, предложенный падеж, падежда, в городе, демәлі, юзал туда, бізді, а вариант уйгонду, в городе Баку, правильно. Юзьетеда Амиров родился в 1922 году в семье известного музыканта. Келимбахах. Так, в году тоже в семье музыканта. Кого? Музыканта. Музыкант, второе склонение, мужской род. Кого? Музыканта. Олурбурда. Музыканта какого? Известного. Пущайкельда олур. Так, 107 это Б. Картины Саттара Баглулзаде, народного художника. Художника Азербайджана. Известны как у нас в стране, так и за рубежом. Художник сөзі, шахлар. Художник, мужской род, второе склонение. Художника кого? Художника. Демяли А. Улур. Так. Где? В стране. Чунки, страна бурда шахлар. Первое склонение женский род. В стране. Предложенный падеж. Да уже Е. Улур. Демяли Юсякизда без Б. Вариант на сечере. Так. 109 вопрос. Ломоносов один из. Демяли бурда. Замечательные. Святы. Я представителей. Да. Исимды. Представители улурса, мяли бурда, мужской род, а джамдады верлепты, представители, представители кого? Представителей, да, бурда, родители, пати, представителей, ага, представителей каких? Представителей каких? Замечательных. Представителей каких замечательных в бурда культурской культуры келимбахах культура сёзю, да, шахлар культура первое склонение мужской род чего культуры олур бурда демели 109-да бізді б вариант түзді их и б и 110-е Ломоносов внес вклад какой большой в развитие, так, в развитие русской науки. Русской науки. Чунки, наука, сёзю ушахла, первое склонение женский род. Чего? Науки, улур, науки какой? Русской, дия, без святенда сонагон тапа белярик. Демяли, 110-да без А вариантына сечерик. 111. Выберите правильный вариант. На нашей улице 90. Вядея дом сөзі шахлар. Второе склонение. Мужской род. Дюздеме? Дом сөзі. Демели чего? Домов олур. Бурда. В школу было приглашено 40. 40 уже множественное число. Да, олур шахлар. Родители. Множественное. Кого? Родителей. Олурбурда. На стадионе собрались 90 спортсменов. Кого? Спортсменов. Бурдада ушахлар.
Demeli cemdelim. Demeli 111'de bizde D variantı of, ey, of diye seçirik. 112'de выберите правильный вариант. Burada da Министерство Ниязи получило признание какое? Широкое. Таптық сфәті. Народа какого? Нашего. Какого народа? У нашего. Его. И у слушателей каких? Зарубежных. Демәлі, без онда ое, его и их те же варианты сечерей. Беля ушақлар, сау олың, көрішерей.